Для них автомобиль не роскошь и не средство передвижения. Это их второе «я». И чем оно ближе к земле, тем лучше. Движения без посадки авто нет, существует в Иванове уже 3 года. Годовщину беспосадочники отметили с размахом. Ну и какое же веселье без замеров. Победа в номинации «Самое низкое авто» – заветная мечта любого беспосадочника. Правда, в эксплуатации такое транспортное средство не очень удобно. Особенно на ивановских дорогах. Но, по мнению ребят, игра стоит свеч. Управление гораздо лучше. И когда едешь по дороге, взгляды собираешь. Все смотрят просто, всем нравится как бы. А минус то, что не везде проедешь, и дороги не везде хорошие, как бы. Как здесь, в Иванове есть вот места, где невозможно проехать. Просто спилить пару витков пружин недостаточно. Автомобиль должен соответствовать стилю БПАН, а значит, никакого сельского тюнинга. В оформлении своего транспортного средства участник этого автодвижения должен чувствовать меру. Но к посадке это правило не относится. ГОСТ-БПАН – это должна быть определенная минимальная посадка. То есть машина должна быть по-ГОСТовски, ничего лишнего. Больше к заводскому стилю. Вот как вот выглядят вот эти машины, 14-е приоры. Как бы в стандартном виде, то есть ничего лишнего там. Замеры авто, прошедших строгий клиренс-контроль, проходят индивидуально для каждого класса автомобилей. Отдельно для машин с пневмоподвеской. Здесь побеждают авто, чья высота от крыши до асфальта будет минимальной. Пускай еще. Тебя сколько? Меня 120. Смухлевать не получится, давление в шинах тоже проверяют. Иван на соревнованиях судья. Его железный конь мог бы стать эталоном посаженного. Для молодого человека машина его холст. Детище отечественного автопрома он переделал, что называется, под себя. Но останавливаться на этом не собирается. Машина полностью была перекрашена. Полностью движок, полностью весь перебран был, коробка. Сначала был ездил на короткоходных стойках, но потом поставил, короче, пневмоподвеску, сам собрал. И вот сейчас занимаюсь этим. И как бы, не останавливаюсь, хочу что-нибудь еще такое. Планирую там, ламбы двери или что-нибудь еще. В общем, в дальнейшем увидите. Главная машина должна нравиться своему обладателю. Тогда она будет собирать на себе взгляды прохожих. С этим согласится любой беспосадочник. Идеальная машина, мне кажется, она может быть любая, как человеку, угодно. По себе, он такую для себя и делает идеально, для каждого своя. На олимпийский манер девиз БПАН должен звучать так: ярче, ниже, громче. Занижать автомобиль или нет – это вопрос вкуса. Но одно бесспорно – такие заряженные машины действительно привлекают внимание. И не только сотрудников ГИБДД. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.